И уже третий месяц Черкасский суд не может рассмотреть иск местного юриста к телеканалу «Интер». Причина разбирательства – наш материал о том, как группа коллекторов выживает людей из собственных квартир. Молодчики действовали под руководством адвоката Сергея Гартингера. После серии сюжетов его лишили адвокатской лицензии, а сам он обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Одним из ответчиков по этому делу выступает героиня нашего сюжета Тамара Панченко. Гартингер отобрал у нее квартиру, точнее не у нее, а квартиру отобрал у ее свекрови, но женщина смогла вернуть жилье. Ни на одно из подготовительных заседаний адвокат не явился, и сегодня судья назначила рассмотрение дела по сути на 7 мая.